Шестой по счету Кубок Кавказа среди спасателей завершен, и более 200 МЧСников могут теперь отправляться домой. Правда, расставаться с великолепными пейзажами и чистым воздухом горной Ингушетии им не хочется. Но, как говорится, служба обязывает. Победители показали, на что способны, а те, кто не смог занять призовые места, узнали свои слабые и сильные стороны. В следующий раз ребята обещают приехать на состязание более подготовленными, а пока принимают благодарности от организаторов Кубка. Начальнику аварийно-спасательной службы Республики Ингушетия Хамхоеву Магомед Баширу Дзаудиновичу. Среди участников как ветераны МЧС, так и те, кто только начинает свой путь в этой благородной профессии. Набраться бесценного опыта, глядя на своих старших товарищей, и в будущем постараться встать с ними в один ряд – вот задача, для выполнения которой они и приехали в Ингушетию. В первую очередь подводят итоги в зачете среди студенческих команд. Лучший результат показали участники из Дагестана. В Дагестане МЧС развивается семимильными шагами. Студенты доказали это своим выступлением. Тот факт, что они тренируются вместе с лучшими в профессии, мотивирует ребят быть на одном уровне со старшими, профессиональными МЧСниками из своего региона. Самым легким это, наверное, был этап «Скала». Мы привыкшие к этому, мы постоянно работаем. У нас условия нашей работы связаны с действиями в скальной местности, поэтому для нас это было легче всего. Просто у нас дагестанский поисково-спасательный отряд, он в течение 5 лет является лучшим на территории республики. А мы все вместе тренируемся, и когда ты тренируешься с лучшими, ты и сам становишься лучше. А вот в общекомандном зачете все 3 ступени пьедестала Дагестан занять не смог. Конкуренция большая. Третьими стали МЧСники из соседней республики. Северная Осетия подготовила своих ребят хорошо. Гости получают заслуженные медали, кубки и грамоты. Второе место у команды из Краснодарского края. До победы не хватило совсем чуть-чуть, но сослагательных наклонений профессия спасателей не терпит. Так что обладатели серебряных медалей своим выступлением вполне довольны. Как показывают не только эти соревнования, которые были там 5 лет назад и 10 лет назад, мы всегда достойно выступали на дистанции природного характера. Но я считаю, соревнования прошли на достойном уровне. Команда наша выступила достаточно хорошо, особенно на этапе «Скала», там техногенная дистанция и кросс-эстафета. Джейрахский район – идеальное место для проведения такого рода соревнований. Скалы и реки буквально манят сюда любителей проверить свои навыки спасателя. Однако стоит понимать и то, что без должной организации все не прошло бы так гладко. Заслуга в этом не только региональных отделений МЧС. Соревнования способствовали тому, что особенно молодые студенты, представители Российского союза спасателей, соревнуясь с профессионалами, у которых за плечами богатый опыт выполнения поисково-спасательных работ, могли для себя усвоить какие-то новые технологии, новые формы спасения людей, что, безусловно, пойдет на пользу, когда они вернутся в республики всего Кавказа. Хотя искренне хочу пожелать, чтобы ни в одной стране мира, ни в одной республике Кавказа и вообще в целом у нашей России не было горячих точек, не было техногенных катастроф, не было природных катаклизмов. Здесь, как в некоторых других видах спорта, наблюдать за участниками со стороны не получится. В процесс каждого этапа состязаний должен быть вовлечен и сам судья. В противном случае могут возникнуть серьезные претензии к судейскому корпусу. Самые лучшие судьи, которые у нас работают на, скажем, чемпионатах, они отсюда. Это те, которые работают и с техногенкой, и с природой, и с водой, вот, и со скалами. И они в себя уже никаким образом уронить не могут. И поэтому они здесь делают уровень такой, какой, ну, близок, во всяком случае, близок к чемпионатам России. После оглашения победителей коллективное фото. На этом Кубок Кавказа можно считать официально закрытым. Мирлан Хамхоев, Гапур Черкиев, Новости 24.